Всем доброе утро. Сегодня будем собирать теплицу, легенду под стекло. Размер 4×4. С одной дверью. Торец глухой. Обо всем покажем в процессе стройки. Вот разгрузились арки профиля на таком вот фундаменте. Все, приступаем к монтажу. Строительство стеклянной легенды идет. Установили каркас, застеклили стены. Сейчас будем устанавливать перелив и готовить к покрытию крышу. После крыши торцы. Так, на сегодня работа у нас подошла к концу, скажем так. Часть осталась на завтра. Обшили часть дальнего торца, немножко передний торец. Подогнали профиля. Почему часть? Потому что если зашить весь торец, получится большой такой парус. Потому что один торец будет открытый, второй закрытый. Не дай бог сильные ветра. Когда теплица со всех сторон закрыта, это не страшно. А вот такой вот парус, это не очень. Короче, подстраховались, пока макушку не зашили. Так что завтра будем это все доделывать. Сейчас у нас монтаж. Напоминаю, строили мы теплицу легенды под стекло. Ширина 4, длина 4 метра. Стоит она на бетоне. По низу пущен такой отлив фигурный. Закреплена с помощью анкеров. Смотрим каркас. Труба 40 на 60. Торцы 40 на 40. Остальное наполнение 40-20, 20-20. Покрашено все полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Также имеются диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Два форточных блока на термоприводах. Один торец глухой, второй торец у нас с алюминиевой дверью. Дверь правая, фиксируется крючком. Стекло 4 мм, абсолютно прозрачное. Крепится с помощью профиля системы база крышка. По периметру торцов крепится декоративными прижимными уголками. Вот такая отличная, практичная, очень вместительная, высокая, а главное надежная стеклянная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!